небольшой отдел у нас в магазинчике цветочный. Вот орхидея какая красивая. Высокая. Такой у меня есть уже. Много я его уже размножила у себя. Какой красивый. Тоже. Вечно зеленые для комнаты очень хорошо подходит. Вот такие еще красивые. Гостюшки. А я вот хочу. А вот еще я хочу купить семена. Вот такие я возьму. Так, еще вот эту статицу я возьму. Вот такого цвета. Еще желтую статицу я возьму. Впервые буду ее в этом году высаживать. Так, сейчас. Вот такую желтую статицу. Львиный зев у меня есть. Вот эту статицу я уже брала. Тоже посажу. Вот. А вот эту красную я еще хочу взять. Потому что я... Сейчас резиночку уберу. Не у всех видела такую расцветочку, обязательно я ее возьму. Так что вот смотрите, еще, друзья, розмарин есть, еще есть здесь, это лаванда, семена лаванда, а это тархун, эстрагон или тархун. Вот лаванда у меня есть, розмарин я посадила, и тархун у меня тоже есть. Такая гвоздичка у меня тоже есть, я ее посадила. Вот. Так что, ребята, вот здесь я возьму себе статицу и вот эту. Ну все. Это базилик такой оригинальный. Всем пока-пока.